Самое опасное – это разговаривать с женой ближнего. То есть тут ты впадаешь вообще в очень прямо минное поле, конкретно минное поле, которое может тебя привести, не дай бог, к прелюбодеянию. То есть замужняя женщина – это страшная вещь, которая может тебя привести к ревности ее мужа, что естественная вещь. То есть множество утверждений, когда из-за разговоров с женщиной, с женой ближнего, люди теряли голову, деньги, богатство, жизнь, свою семью и так далее. Теперь, почему нельзя со своей женой разговаривать? Потому что, в принципе, разговаривать надо с Торой, с мудрецами Торы, с мужчинами, а женщине надо сообщать выводы из своих разговоров, и написано, что в вопросах быта, в вопросах дома с ней надо советоваться, в духовных вопросах не надо советоваться. То есть мужчина, он с женщиной должен советоваться в женских вопросах, да, там, где она понимает, в духовных вопросах у него взгляд другой на мир.